техника, да, использования пальцев. Я никогда ее не использовала. О детях, о тинейджерах, они, к сожалению, разучились логически мыслить и переносить знания от одного до другого. То есть вот такая подача, она дает развитие еще вот таких вот надпредметных навыков, учит мыслить. Это очень круто, это классно. Внедрите свои уроки сначала до конца. Мне понравилось, вот как можно расширить идею действительно аудирования, да, то есть как можно из аудирования из учебника заданий сделать его более таким продуктивным. Конечно, ставить соседа в ладошки. Спасибо большое.